Скажите мне, пожалуйста, а у нас Петровская 65, это что, не черта города? Здесь люди не живут? Что-то я не вижу, чтобы здесь какие-то работы производились. В завершении сегодняшнего дня, на этой не очень хорошей ноте, мы отпускаем нашу следующую уточку в большое плавание, в продолжении большого плавания на Петровской 65.